Киеве состоялась съемка пилотной версии новой программы «Больше, чем деньги». Новый социальный проект в жанре реалити-шоу. Программа заставляет задуматься о добре, о вечных ценностях, о помощи ближнему и о чуде в жизни каждого человека. Ведь делать добро может каждый. Ведущие проекта Оксамита и Роман Ващук, располагая $100 и желанием делать добро, выбирают на улице случайных прохожих, которым делают неожиданные и незаслуженные подарки. Мы решили чистого сердца в имени нашей ведущей, в имени доброй людины, как уже этого тебе. В моей жизни появился очень замечательный, приятный проект, и я считаю себя частью его и чувствую себя очень органично в нем. Он называется «Більше, ніж гроші, больше, чем деньги». Сегодня для наших украинцев, для наших дорогих людей, которых мы так часто молимся, хотим им добра, приходит прекрасное время понять, что есть что-то большее, чем деньги. Мы не только говорим об этом, мы это демонстрируем. Добрые люди делятся своими деньгами, а мы эти деньги употребляем для того, чтобы кому-то оформить хорошее настроение, увидеть чью-то улыбку и, по крайней мере, хотя бы одного человека побудить поверить в добро. Поэтому новая программа очень скоро стартует, и я счастлива быть частью ее. Вы знаете, чудо делать людям добро, и для многих из них это просто чудо, потому что в их жизни не происходило ничего подобного. И очень часто мы слышали, когда люди говорили, что это впервые, когда за нас платят, потому что их фраза, одна из самых таких распространенных, это что бесплатный сыр в мышеловке. Вот, и никто не верит, все ожидают, что мы будем чего-то просить, чего-то требовать и так далее. Сейчас очень сложное, тяжелое время, и потому я считаю, что проект такого рода, он очень необходим, чтобы просто показать людям, что о них кто-то заботится. «Больше, чем деньги» – это не просто программа. Акцент направлен на то, чтобы изменить отношение людей к благотворительности, добру, поверить в то, что чудеса возможны. Этот масштабный социальный проект заключает в себе послание о любви к ближнему, которое звучит громче, чем слова. Желание создателей, чтобы программа превратилась в мощный бумеранг добра, который облетит не только Киев, но и всю Украину, а впоследствии и многие другие страны. Специально для первого христианского телеканала CNL Анаита Габабова, Олег Довбыш, Киев, Украина.